Меня зовут Ольга Александровна Евдокимова, я врач-гастроэнтеролог и врач-диетолог. В своей работе, в своей практике я в первую очередь делаю упор на профилактику заболеваний желудочно-кишечного тракта и органов пищеварения, чем на лечение непосредственных заболеваний, потому что, как известно, болезнь намного проще предотвратить, чем лечить, когда оно уже перейдет в хроническое состояние. В своем блоге, который так и называется «Здравомыслие в еде», я рассказываю о простых инструментах, с помощью которых мы можем не допустить развития каких-то патологий ЖКТ, каких-то заболеваний органов пищеварения, либо отсрочить их наступление, потому что простые правила, как употребление адекватного количества клетчатки, питьевой режим, грамотный режим труда и отдыха, правильный, адекватный прием пищи, отсутствие стресса во время питания способно значительно улучшить качество вашего пищеварения и не допустить развития серьезных заболеваний. Опять же, в своей практике я не допускаю радикальных взглядов, которые сейчас можно встретить в сети интернет и в масс-медиа, как какие-то экстравагантные диеты, исключение пищевых компонентов целиком, замена пищи на какие-то биологически активные добавки или назначение препаратов, которые в большинстве случаев можно было и не назначать.